Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» стартовал сегодня в Северной Осетии. Торжественное открытие прошло в концертном зале «Согу». Чемпионат продлится 3 дня, с 25 по 27 февраля. В этом году он проходит в 8-й раз. Участие в нем будут принимать по 29 компетенциям. В 20 основных будут соревноваться студенты в возрасте от 16 до 22 лет. Школьники смогут попробовать свои силы в WorldSkills Russia для юниоров. Участники старше 50 лет тоже смогут показать свое мастерство. География чемпионата не ограничивается регионом. Среди участников представители Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Чемпионат развернется на 6 площадках. Из победителей сформируют команду, которая пройдет отборочные соревнования, а после примет участие в финале чемпионата. Главная цель WorldSkills – это популяризация рабочих профессий и быстрая трансляция мировых практик профессионального мастерства. Особенностью сегодняшнего чемпионата нашего является то, что мы очень большой упор сделали на деловую программу. Команда агентства стратегических инициатив приехала сюда впервые вот с визитом, наше направление «Молодые профессионалы». Завтра мы будем обсуждать все передовые практики подготовки кадров в системе СПО. И в первую очередь мы надеемся на то, что все работодатели, весь экономический блок республики будет активно вовлечен в заказ именно по тем компетенциям, по тем образовательным программам тех специалистов, которые сейчас будут востребованы в экономике республики в этом году и на долгосрочную перспективу.